Приветствую вас! Я Елена Хлопова, врач-дерматолог-косметолог. Сегодня вы увидите видеосюжет о процедуре гидропилинг. Для этого я вас приглашаю в свой кабинет врачебной косметологии, чтобы увидеть все этапы этой процедуры. Итак, сегодня вы у меня в гостях, и у нас процедура гидропилинга. Процедура начинается с демакияжа. Сначала мы нашего клиента умываем. Для этого используются одноразовые спонжи и специальные очищающие средства. Сейчас мы приступаем непосредственно к процедуре гидропилинга. Процедура проводится в одноразовых перчатках. Во время процедуры используются 3 одноразовые насадки. Итак, мы начинаем. Базовая процедура состоит из основных 3 этапов. Первый этап называется эксфолиация. Проводится вот такой одноразовой насадкой. Каждая насадка упакована индивидуально. Итак, первый этап, первая насадка. Она имеет спиралевидную форму и несколько отверстий. Через одно отверстие поступает сыворотка, через 2 других продукты эксфолиации вакуумом забираются, поступает специальный резервуар. Как самочувствие? Хорошо. Итак, мы продолжаем. В чем особенность процедуры гидропилинга? Во время первого этапа, этапа эксфолиации, посредством вот этой вот спиралевидной насадки, специальной конструкции, мы удаляем поверхностные ороговевшие клетки. Сыворотка делает свою работу. В ее состав входят компоненты, которые позволяют, химические агенты, которые позволяют мягко эксфолиировать, удалять те клетки, которые уже отработаны. Посредством вакуума все продукты эксфолиации, все то, что мы ошелушиваем, удаляем, удаляется специальный резервуар. Движения плавные, лицо во время процедуры постоянно влажное, потому что при каждом движении работает сыворотка. Итак, вот воздействие специальной формы насадки, сыворотки и контролируемого вакуума достигается максимальный эффект. Эффект эксфолиации, очищения кожи. Процедура является альтернативой привычным чисткам. Она травматична, безболезненна и комфортна. Хочу отметить, что процедура гидропилинга не имеет сезонности. Ее можно проводить как летом, так и зимой. Процедура показана для любого возраста, как очищающая и для подростков, и для уже людей с возрастной кожей. Кроме того, пол здесь тоже не имеет значения. Мужчины, женщины, приглашаю вас раз в месяц точно на такую очищающую, увлажняющую процедуру. Итак, первый этап закончен. Мы меняем сыворотку и меняем насадку. Причем регулировать уровень вакуума мы можем в зависимости от типа кожи. Поэтому процедура подходит независимо от типа кожи для любой кожи. Для сухой, обезвоженной, жирной, склонной к жирности, комбинированной, а также к чувствительной и с явлениями гиперозы. Начинаем обрабатывать зону лба. Здесь движения мягкие, неспешные, для того, чтобы поработал вакуум, и мы максимально удалили содержимое сальных желез. Спасибо. В состав сыворотки входит экстракт талоги, он богат салициловой кислотой. Салициловая кислота обеспечивает противовоспалительный, антибактериальный эффект.
работаем максимально длительно, делая акцент. Второй этап позволяет максимально очистить эти зоны от так называемых комедонов, черные точки, о которых все говорят и которые все хотят удалить в условиях кабинета. Теперь мы переходим к подбородку, также активная зона, и таким же образом, как нос и лоб, обрабатываем и подбородок. Два этапа процедуры. Первый этап эксфоляция и второй этап экстракция. В результате этих двух этапов кожа очищена от родовежих мертвых клеток. Мы сделали акцент в области лба, носа и подбородка, очистив от комедонов. И на очищенную кожу мы приступаем к третьему этапу, этап увлажнения. Для этого мы меняем сыворотку и меняем насадку. Теперь у нас завершающий, третий этап процедуры гидропилинга, этап увлажнения. Мы берем последнюю, третью насадку для этого этапа. Она прозрачная, имеет также спиралевидную форму, для того, чтобы был максимальный контакт с кожей для ее максимального увлажнения. Этот этап самый приятный. Выполняется помпажными движениями с сывороткой, которая называется Antiox-6. В ее состав входит гиалуроновая кислота, известный увлажнитель, витамины, антиоксиданты А и Е, экстракт конского каштана, розмарин. Итак, мы приступаем к самому приятному этапу, этапу увлажнения и насыщения кожи после его очищения. Помпажными движениями осуществляется увлажнение. Кроме того, очень хорошо на этом этапе работает вакуум. Вакуум обладает тропико-стимулирующим действием. Он улучшает кровоснабжение, способствует улучшению тонуса кожи, притоку крови из крови питательных веществ. Таким образом, работа сыворотки контролируемого вакуума и одноразовой насадки позволяет достигнуть максимального эффекта. Итак, мы провели три этапа процедуры гидропилинга. Базовая процедура гидропилинга. Первый этап эксфоляции, второй этап экстракции и третий завершающий этап – этап увлажнения. На этом базовая процедура закончена. Для того, чтобы все то, что мы нанесли на кожу, все те сыворотки, чтобы они дольше пролонгированно поработали, я в конце процедуры обязательно закрываю альгинатной маской. Цель нанесение альгинатной маски, эффект окклюзии, то есть все то, что мы наносим и было нанесено под маску, имеет более глубокое проникновение и даст дополнительное увлажнение кожи. Итак, альгинатная маска. Альгинатная маска. Альгинаты — это водоросли микронизированные. Маска порошкообразная, разводится специально растворитель. Она становится такая пастообразная. И теперь мы ее наносим на лицо нашего клиента. Итак, мы начинаем наносить альгинатную маску. Маска наносится быстрыми движениями, потому что она очень быстро застывает. Маска нанесена. Мы оставляем подремать нашего клиента на 15-20 минут. Итак, 20 минут прошло, мы снимаем маску. Альгинатная маска снимается не в сплошной пластом. Влажным спонжем. В завершение я для данной кожи наношу сыворотку с антиоксидантами.
провели процедуру гидропилинга для молодой подростковой кожи. Основной целью ее было максимально очистить кожу и одновременно ее увлажнить. Для данного типа кожи я рекомендую проходить процедуру, делать процедуру гидропилинга с периодичностью раз в месяц. Все по показанию по типу кожи. В данном случае мы закончили. Будьте здоровы и красивы! Сегодня у вас была возможность посмотреть и поучаствовать в процедуре гидропилинга. Вы увидели, что эта процедура с мгновенным выраженным результатом, как очищающая и одновременно увлажняющая. Всех желающих приглашаю к себе в кабинет врачебной косметологии. Координаты вы видите на экране. Буду рада вас видеть.